Андрій, добрий дуже ранок. Рада вас бачити. Дуже приємно. Ми продовжуємо тренувати плечі, зокрема пучки. І сьогодні який пучок з трьох ми будемо тренувати? Задній пучок. Задній – це да. Отуда. Задній пучок зробить ваше плечі кругленьке от здесь. От здесь. Ми прокачували в прошлый раз центральний пучок, плечо у вас от сюди. Кругленькая и сзади, чтобы не было вот этой ямочки. Да, чтобы не было асимметрии, да? Потому что обычно задний пучок всегда отстает. Вот. И плечо такое срубленное получается, примятое вот здесь, не кругленькое. Да. Вот. Для этого надо красоту робити тоді зараз. Да, задний пучок, чтобы красивое плечико было. Одно из базовых упражнений – это подтягивание на перекладине. Только перекладина должна быть низкая. Вот. Туловище чуть-чуть под углом, локти держим на уровне заднего пучка. У нас задний пучок находится вот здесь, ага. Чтобы нагрузка ложилась равномерно сюда, вот в эту область. Угу. Вот он здесь вот напрягается, вот этот задний пучок. Какие ошибки? Да, какие помылки в выполнении этого упражнения? Первая ошибка – это опущенные локти. Тогда нагрузка будет ложиться на широчайшие мышцы спины. Угу. Вот. Ну и вторая тоже, локти недоведенные, оно чуть-чуть на задний пучок, и спина будет забирать основную нагрузку. Поэтому локти четко на задний пучок. Угу. Можно с прямыми ногами, можно с согнутыми, чтобы задать правильную траекторию. А как краще, с прямыми, трошечки? Нет, разницы в принципе нету. Так, трошки ширше, ніж плечі, да? На ширине плеч, да. Отак, от я стою, да? Стою. І... Поднимаем локти. Отак, да? Да-да-да. І починаю отак, да? Да. Не випрямляємо локти до конца, щоб постоянно під нагрузкою була мишця. Сильно тоже вперед мы не подтягиваемся, где-то до угла, вот такого. Вот. Да-да-да, от тоді зараз прям відчуваюсь, як ззаді пучки качаються. Вот так. Я все правильно роблю, да? Да, все правильно. Локти на месте. Локти на месте. Пучок качается. Пучок качается. Чувствуется прямо. Чувствуется, відчувається. Вот, вы уже тут нормально накачали. Ну так. Не зря наши тренировки проходят. Да-да-да. Очень хорошо. И теж десь... Прям горячо здесь в этом месте. Да-да-да-да. 15-20 повторений. Ну, я думаю, что, мабуть, достаточно будет. Да. Так, все. Это же упражнение можно сделать. Есть петли TRX. Вот на нем то же самое. Потому что не всегда есть тренажер Смит, а петли TRX, они в основном во всех залах есть. Тоже раз, наклончик и делаем. Второе упражнение. Ще, да, для заднего пучка да, треба? Шея. Шея. Берем гантельки. Делаем наклончик. Это можно делать как стоя в этой позиции, махи гантелями в стороны. Можно на лавочке под углом, под углом вариант. И сидя тоже на лавочке. Сидя мы садимся. Ну, сейчас мы будем вот такое делать, да. Помните, да, как в балете? Да. Ручки да. Вот здесь. Да. Отводим ягодички назад, наклон спины. Торс, да, вниз. Да, торс и... прямой. И на выдохе. Делаем 20 повторений. 20 повторений. В верхней точке гантельки чуть-чуть наклонены вперед. И не руки здесь не провисают и не бьются. Вот. Тогда руки? Просто мышца выключается. Вот чуть-чуть. Не доводим вот сюда до провисания. И оп, чтобы постоянно мышцы были под нагрузкой. И руки завжди в напрузе, да? Завжди в напрузе, да. Стараемся держать задний пучок все время под напряжением. Еще намагатися посміхатися при цьому. Обязательно, да. Потому что, когда мы не улыбаемся, то мышцы не растут. Такая вот зависимость. Правда? Почему-то, да. Мы же, когда идем на тренировку, у нас хорошее настроение, да, организм да. у нас фиксирует это, что да. с хорошим настроением мы идем на тренировку. Когда а человек вот в процессе идет... тренирования да. настрой трохи начинает сгасать. Но не всегда.
Все зависит. Ну, это в мене, просто я дуже ленива. Когда человек устает, тогда да. Не то, что настрій, а ну, немного силы втома, уходит, да, втома, втома приходит. Да. На лице уже может быть не такая улыбка, но внутри всегда надо улыбаться. Добре, запам'ятаю це. Вот. Яка ще вправа потрібна? Ще є якісь вправи? Чи цього достатньо? Які... Або... Ну, є дуже багато вправ на задній пучок. Мы разобрали примерно около 8-7 упражнений на мышцы плеч. И у вас очень большой будет арсенал для того, чтобы разнообразить свои тренировки этими упражнениями. Угу. Ясно. Ну и цього разу дуже вам дякую. Плечи просто будут на шикарні, здоров'я, відчуваю. Анна. Очень красивые плечики у вас будут. Я буду за вами смотреть. Дуже вам дякую. До зустрічі. До зустрічі.